это Хелиса Спирса Мюллер, а вот это Хелиса Спирса Максима. Видите, они в принципе практически одинаковые, да, рисунок, но эта улитка больше, это меньше. Если взять вот так, перевернуть, мантия у этой улитки черная, она идет здесь, у этой улитки белая, видите, мантия. Ага, а на вкус? Здесь черная, здесь белая. Попробуем. Приготовляется абсолютно по-разному. Это абсолютно два разных вида. Ну, хотя, казалось бы, то есть это употребляется в пищу целиком, это употребляется в пищу только нога. Угу. У нее только сама мякоть. А здесь сам вкус, очень вкусная печень. Она вот именно закрученная, и у нее печень очень полезная и очень вкусная. От обоих можно брать икру. У нее какой рыбный вкус или какой, что у нас? У нее благородных грибов. Он больше такой земляной. Ну, кто-то, кто трюфели ел, да, говорит, более к трюфелям такое что-то. Ну, называют ее жемчуг Афродиты. Она когда отмытая, она же, ну, потом промывается, от земли все убирается, она малосолится, она очень красиво смотрится в баночке и так. А сколько икринок откладывает? Здесь надо полагать. Икринок. Одна улитка откладывает от 80 до 130 икринок. Ну, вот здесь в коробке это штук 5? Нет, здесь штук 10, наверное. Это коконы. Угу. Ну, она в таком, как бы, в густочке, если сейчас получится. И сколько баночка икры стоит? Ой, там ценник у нее. Ну, раз в 5 дороже черный. Кладку. Не видно. А только два сорта у вас, да? Да, два сорта. А их сколько всего вот таких съедобных, промысловых? Ну, вот это именно промысловый Мюллер и Максима. Их два вида. Два вида, а да? Все остальные, да, это угу. Природная улитка. Это идет помате и луко. В природе, да, она вырастает, ну, грубо говоря, некоторые вырастают до больших размеров. А что они не шевелятся-то? Потому что спят. А, спят? Ну, да. Для них день это ночь. Как ночь активный режим. Здесь у нас включается там туманообразователь, там таймер стоит по часам. Он ночью активизирует и подогрев. Ну, им нужна температура. Во-первых, сейчас холодно. Чем вы их кормите? Ну, сейчас комбикорм делаем. Из чего? Ну, в природе они же растительноядные, они траву едят, наверное, да? Зелень. Зелень, ну, зелень, да, но комбикорм злаковые, бобовые. То есть мелите и да. Вот это вот лежит, это комбикорм. Вы, наверное, рассчитывали на то, что корма местные годятся или нужно что-то из-за границы привозить? Ну, изначально вот те вот ребята, которые занялись, да, это приезжал Роман, президент ассоциации Чехии улитководов. У меня было персональное обучение, я у него именно обучался. И они же здесь, в Оренбурге, открыли производство корма. Угу. Прям улиточный корм. Вот лейбл, все так официально улиточный корм они сделали первый, но далеко. И сейчас я вот выкупил в этом году рецепт, хочу постараться здесь что-то. И вы какую-то крупорушку или что-то такое? Ну да? Пока крупорушка, да, но вообще, конечно, надо куда-то комбикормовый завод и что-то, не знаю, заключать, может, договор или что-то, не знаю. Ну, а, и размещать заказ там, да? Вообще, да, просто многие фермеры, которые сейчас берут, интересуются, они же тоже хотят именно комбикорм. А здесь на юге его нету, получается. Есть в Оренбурге. Угу. А оттуда далеко, там очень большая доставка. У меня напополам получилось там 40 рублей сам комбикорм килограмм, и доставка там рублей 30 вышла. Угу. То есть тонна получается в два раза не 40 тысяч, а 70 мне выходило. А вот одной улитке сколько нужно на жизненный цикл, чтобы вырасти из малька? Ну, вообще где-то от полторы массы ее взрослой улитки. То есть если я выращиваю до полторы массы, то есть если я выращиваю тонну улитки, то это где-то надо полторы тонны корма. Но полтонны это она берет где-то зелени, которую мы перед тем, как высаживаем улитку, мы сажаем перка. Перка это что такое? Это смещенная получается рапсовая культура. Но она более обогащенная витаминами, там, белками, не помню с чем, это с какой-то капустой, там, ну, с какими-то листами, ну, то есть это получается рапс с чем-то скрещенным. Ну, я не буду точно там афишировать какие там. Вот. И это такие лопухи, она вырастает. И первая
когда мы высаживаем малька, мы высаживаем на перка. То есть перка всходит, и мы ее туда. Она первые две недели детская сидит питание. На зеленом корме, да. А потом уже идет первый там идет до там месяца состав корма, именно рецептура, а потом уже другая.